как и прежде, невесомый, недоноском на Руси. Устремляюсь в сон несомый. Боротынского спроси, у Евгения проведай, чем я знатен, хоть и мал, скажет он, пора к обедне. Я совсем для вас пропал, я растаял, недоносок, полумысль, полузвук, он далек. И знак вопроса здесь оставил для наук и для критиков полезных, для читателей простых остается стих безвестный, вымоленный за земных.